Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Персидская притча – спор благородных. Один человек продал другому дом, а покупатель нашел в этом доме клад. Большое сокровище принес эти деньги к продавцу и сказал: «Ты продал мне дом, деньги, находившиеся в нем, принадлежат тебе. Возьми их. Если бы эти деньги были назначены мне в удел, они нашлись бы тогда, когда дом еще принадлежал мне. Раз теперь дом стал твоей собственностью, то и деньги твое имущество», – возразил продавец. Поднялся между ними спор. Один говорит: «Это твое», другой восклицает: «Нет, твое». В конце концов пошли они со своей тяжбой к царю и сказали: «О справедливый царь, о бесподобный судья, о праведник, не ведающий кривды, прекрати наш спор и пресеки нашу вражду». Царь спросил продавца: «Есть у тебя дети?» «Есть сын», – ответил тот. «А у тебя какого пола ребенок?» – спросил царь покупателя. «Дочь», – ответил тот. «Отдай же свою дочь за его сына, а деньги эти дай ей в виде приданого. Тогда вы оба получите свою долю из этих денег», – сказал царь. Обеим сторонам это решение пришлось по душе. Вот такая персидская притча, которая называется «Спор благородных». Пока-пока, до свидания.